Всем привет! Узнаете это место, как все начиналось. В 2018 году, в сентябре, снимал вот этот гараж. Приехал сюда кое-что забрать. Сразу вот вспоминается, как я здесь проводил зимние вечера, крутил болты и гайки. Сегодня здесь никого нет, никто не работает. Здесь так вот все заросло травой. Гараж, по-моему, так они и не продали. Так и стоит. Ну ладно, сейчас я отправляюсь в деревню. Кое-что отвезу. Есть у меня небольшая работенка. Вот тут заброшенный гараж. О, моя пластмасска валяется. Сюда я ее положил. Так и лежит, никому не нужна. Вон, люди накидали мусор. Ну ладно, не суть. Ну ладно, сегодня не про это. Сегодня мы выдвигаемся в деревню. Открыл вот заброшенный гараж. Я тут болт закрутил, чтобы никто не лазил. Я тут хранил эти, ну, всякие вещи. Я здесь, короче, хранил свой этот пластик от багажника. Вот он, я его достал. Вот он. В таком состоянии грязноватый, конечно. Надо будет все отмывать. Видите, здесь лежал двигатель, все в масле. Сейчас я его закину, повезу в деревню. Буду отмывать. Не знаю, чем отмывать. Надеюсь, каким-нибудь средством, шампунем. Машину он туда поставил. Сейчас буду все загружать. И выдвигаемся в деревню. Так что в путь, ребята. Так что, ребят, пока машина не продается, машина стоит в продаже, решил поснимать ролики. Так что буду восстанавливать родной пластик, попробую, как у меня это получится. Потому что изначально машина шла вот с таким белым, это я уже позже купил черный. Так что сейчас все загружаю в багажник. Ну и выезжаем. Ехать недалеко, всего 10 километров в одну сторону. Так, у меня в багажнике место есть, интересно. Так, все полезло. Можно ехать. We'll be right back.
Так, подъехали. Наконец-то приехал. Сейчас будем косить, машину делать. Так, все, добрался, короче, скинул эти. Сейчас я их замочу в воде. Заодно решил шоху помыть. Вода плохо берет. Где масло вообще не берет водой, надо будет бензином, наверное, потереть. Здесь придется бензином сначала, наверное. Вот тут вообще вот масло. Сейчас вот, короче, замочу. Хотел на мойку отвезти, но потом подумал, ну, сам попробую сначала помыть. Взял вот такой вот автошампунь. Не знаю, поможет, не поможет. Заодно шоху помою сейчас. Вот, помыл, короче, машину. Эти, короче, водой не берет. Шампунем придется сейчас потереть. Масло придется бензином. А машину сейчас протру насухо, да и все. Не знаю, чем это стирать, блин. Какой-нибудь, может, щеткой. Завтра съездим в город, может, какое-нибудь средство есть, блин. Так-то вроде грязь слазит, но все равно не очень сильно хорошо. Так, смотрите, что я с собой еще взял. Вот это кольцо взял, с донора срезал, с другой жиги. Хочу себе, короче, поставить, у меня нету. Так, вот это как-то оно снимается, я уже выбил, ага. Так, это вверх. Так. Значит, сначала это идет под низ, потом ковер,
И сверху это кольцо прессуется, а на кольцо одевается чехол на ручку КПП вот этот сам. Из кожи. Ладно, будет время, поставлю сегодня, короче. Итак, смотрите, установил вот это кольцо. Эта сторона еле как прижалась, блин. Да. Ну, вроде все село, ром хорошо зацепило. Надеюсь, не вылетит. Ну, она так поджала. Теперь можно поставить этот чехол. Так, ну вот она так смотрится, блин, ну она по цвету, конечно, не подходит. Надо другую ставить. Здесь еще должна быть такая резиновая заглушка. Это, по-моему, от десятки мне продали. Ну, так, болтается, надо другую шить. Вот такого цвета коричневого. Вот цвет не очень. Да, кто не в курсе, машину выиграл парень с Курска, и он не стал ее забирать. Он сказал, короче, продавай потихонечку. В общем, он сказал, продавай потихонечку и деньги разделим пополам. Вот по итогу машина сейчас продается, на Авито стоит. Группу ВКонтакте я выложил тоже о продаже. Ну, пока только два человека звонили и то спрашивали. Скинь цену и типа того, как там, по сколько вложений, я все объяснил. Сказал, видео есть, можете посмотреть. В общем, так вот. Так, а эти у меня что? Ни хрена не отмывается, надо будет бензиночком завтра попробовать. Завтра уж бензином попробую. Сегодня уж так замочил их в воде. Очень грязная. Здесь стоит пока черный пластик. И вот такой небольшой вложик сегодня решил поснимать. В общем, машина продается, пишите, спрашивайте. Сегодня пока вот в деревне стоит она. Сегодня пока вот, пока я на ней немного катаюсь, вот сегодня помыл. Кольцо сегодня поставил. Также вон тот пластик буду отмывать. Потихонечку буду в порядок приводить. Завтра хотел пропылесосить. В общем, как-то так. Так что всем пока, до следующего видео.